выбрал себе два округа, самые такие непростые округи, сложные. Поэтому будем с вами тесно работать. В рамках объезда округов секретарь маслихата Алексей Ломакин встретился с жителями третьего микрорайона. Горожане попросили обратить внимание на состояние деревьев. Там козырек уже раздавило, дерево раздавило. Это проблема козырек практически каждого дома, если взять в разрезе каждого дома. Вот вы дома решаете это. Вы вот подрезаете центральные улицы, подрезаете. Чеканов, Лиханову подрезаете, Республику, Мира, Митуд, Грибут. И все нам сюда сваливают. И все сюда сваливают в палисадник. Я вот вам предлагаю сразу вам фотографировать, сразу выставлять в Инстаграм. Инстаграм, если уже ЖКХ. Также жителей интересует вопрос, что будет с лестницей с торца дома. Она уже давно пришла в негодность. Также сегодня мы увидели большую проблематику вот именно вот таких подъемов, которые сейчас снимали. Только в моей голове таких обращений более 10, поэтому это тоже пусть небольшая, но программа по благоустройству. Как отмечает Алексей Ломакин, проблемы по округам являются однотипными и требуют своего решения. О своих проблемах и предложениях жители могут напрямую сообщать маслихату. Для этого в Инстаграме создана страница «Маслихат Темиртау». Юлия Исланова, Сергей Баданин, Новости Темиртау.